На криптовалюте восстановить былое богатство планирует Алоис, наследный князь Лихтенштейна. Это маленькое европейское государство с 40 тысячами населения. Княжество было вполне богатым исторически, будучи налоговой гаванью, а в последнее время оно пытается стать легитимным финансовым центром. «Блокчейн изменит очень многое, он даже может помочь более эффективно править нашим княжеством», сказал Алоис и отметил, что у королевской семьи пока нет экспертов по вопросам криптоинвестиций, но очень скоро могут появиться.